Так вот, первым делом мы должны обязательно разобраться. Качают скилл, выполняя задания и тут же получают награды. Играй как обычно, получай призы за победы и выводи в Steam Kiwi и RidePoint. Или покупай товары от наших железных партнеров Aorus и E2E4 Online. Вступай в клан к топовым блогерам или создавай свой и сразись с тысячами игроков. Регулярные розыгрыши для всех пользователей даже без подписки. Киберарена.про. Потей в каждой катке и играй с удовольствием. Регистрируйся по ссылке в описании, играй бесплатно и получай подарки. Хорошо, я должен спастись лично. Вот, он все-таки сюда пришел. То есть мой план был в целом верен, но не до конца. Не получилось у нас прям идеально все сделать. Кстати, сейчас можно подхилиться, забрать петушков. Да, краба мы уже не заберем, слишком рискованно. Ари уже вернулась в игру. Это тоже наложило такую лапу на реализацию. Так, окей. Сейчас можно сходить, посмотреть, что он будет делать. Он идет в наш лес. Тогда мы не идем, мы сейчас ходим на бэк. Если он сюда пойдет, он даже может големов забрать, но мы ничего не сделаем. Хорошо, он отменил свой заход. Мы сейчас отправимся в нижний лес. Нам не стоит слишком торопиться. Так, мы сейчас отправляемся вниз. Заберем жука себе. Сразу получим вижен. И сможем сразу пойти еще големчиков забрать. Нет, вернее, не големчиков, жабу, собак, и потом уже куда-то на ганг потенциально выйти. Но нам нужен этот краб, 100%. Он очень силен, он много экспы дает, он дает вижен, он дает контроль карты. В чем самое то, что нам нужно. Так, единственное, конечно, у мастера здесь проблема с забиранием крабов, потому что резисто. 7 секунд у нас смайт как раз. Может, нам он не понадобится, посмотрим.
Хорошо, забрали. Отлично. Пока что нам смайт не нужен. Мы сейчас будем зачищать. Наша задача, как можно скорее взять 6 левел. То есть, если прям реально есть 100% шанс, когда мы можем загангать, окей. Но если такого шанса нету, то лучше не выходить на ганг. Лучше нам сейчас подержать немножко. Подержать наш выход, придержать и пофармить. Нам нужен 6 левел. Мастер — это чемпион, который... Весь свой Power Spike именно тянет из 6 левела. При этом он очень легко фармит и очень быстро это делает. Сейчас есть, кстати, шанс забрать 2-го краба. Если мы его заберем, это будет очень круто. Мы можем даже потом на мид попытаться выйти. У нас 4-й левел. 32 крипа. Сейчас попробуем сразу провардить. Если его здесь... Ага, дивардинг, отлично. Так, ну... Окей. Вот тут вижен. Найс. Nice. Так, заберем големов. Големы очень много экспы дают. Кстати, здесь эко. Окей, 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 окей. Окей, я иду, я иду. Я иду. Хорошо, почти. Разыгрываем. Хорошо, забрали. Забираем тоже. А, отлично, все, найс. Я его смайтом зажег. На нем смайт был красный. Он поджигает. И вот сейчас мы как раз таки его и сожгли. Так, скоро будет красный баф. У эко. Нам можно сгонять на этот красный баф. Но сейчас сначала мы сгоняем на наш блу. Нам нужен блу. Големов мы никак так и не заберем. Не доходят руки. Ну, всему свое время, да? Так. Набойте, пацаны. Все окей. Так. Сап у нас вроде танчит. Все хорошо. Скоро будет жук на реке. Надо жука тоже забрать. Это must-have. Можем сейчас пока что подхилиться чуть-чуть. Окей. Сразу на вижен. Непонятно, где кто находится. И лучше задевардить всю эту тему. Чтобы знать... Что у нас есть преимущество. Хорошо. Вот и краб заспаунился. Наш бот пушит, поэтому выгоднее в сторону бота гнать краба. Да, мы точно получим преимущество. Хорош, молодец. Там еще и АДшника может забрать. Лично заберет? Нет. Хорош, вообще молодец. Просто красавчик. Так, видим, на миде здесь эко. Мы можем сейчас тоже отправиться туда. Но на миде я не могу ничего сделать. У меня не хватает левела. Эко уже 6 левелом отправляется вниз. Но там делать нечего. Мы сейчас можем экспу забрать с мидлейна. Взять 6. Окей, поехали. Так. Окей. Он отдал ультимейт. Но здесь такой тонкий момент. Здесь, в принципе, можно было и переиграть его. Но он сейчас без маны. Мы еще можем как минимум запушить. И есть еще один важный момент. Эко без маны. И у него сейчас... И у него сейчас блубаф еще стоит. То есть он на лоу и есть блубаф. Это что значит? Это значит, что мы можем сейчас вот этот блубаф как бы забрать себе. Стараться. Да, у меня нет смайта, но если он сюда пойдет, мы сможем его забрать. Я, наверное, все-таки просвечу на всякий случай. Потому что всякое возможно, он может и пойти. Не просто засмайтить, а у меня смайта нет, поэтому я дам просветку. Хотя просветка, по сути, меня палит. Но это уже опасный, конечно, момент здесь. Ари отправляется в мою сторону. Это может плохо закончиться. Поэтому лучше вот так вот отойдем. Ага, на топе тут экшен. Мы сейчас попробуем выйти на топ-лейн, подхилились. Хорошо. Сейчас можно выйти на топ. Он на лоу. Это изи цель для нас. Просто подрубаем ультимейт, бежим. Жмем смайт. Ага, окей, ну. Тут он сделал все, что можно. Отдал флеш, выбили флеш, это очень хорошо. Так, прыгать за ним под вышку, естественно, нельзя. Но нас законтролят, и это будет очень плохо.
Поэтому мы отпускаем его. Свободное плавание, так сказать. Пусть бежит. Плывет. Уходит. Ну и забираем големов. Здесь у нас за контржанглить решил. Придется уходить. Окей. Что-то он слишком силен. Я недооценил его. Но здесь Люкса может его забрать, постараться. Хорош, молодец, отлично разыграла. У него, видно, вижен был. То, что он знал, что я здесь нахожусь. И смог встретить меня, так сказать. Неприятная тема, да? Так, ладно, возьмем сразу атак спид себе. Наконец-то у нас появился полноценный предмет. Нужно бежать на ред, нужно ред забирать. Ред очень важен сейчас. А ред просто must have. Ее нужно забрать. Он нас очень сильно усиляет. Ну и, конечно, на фулл слотах мы его перебуэлим. Санька, спасибо большое. Так, Владос, спасибо. Владос, подскажи, какой контрпик у Физа? Хорошо, сейчас. Кассадин очень сильный контрпик Физа, братишка. Окей. Блин, анлаки, Люкса немножко меня не поддержала. Надо было бежать за ним драться. Мы могли его задуэлить сейчас очень легко. Потому что он подставился, он развернулся. Надо было просто Люксе мне помочь. А контрпик Физа, смотри, у Физа вообще не очень приятные матчапы. Это Кассадин. Это, получается, Галио. Но Галио сейчас понерфили. Я не думаю, что Галио это прям реально хороший выбор. Но вот в идеале я бы брал Кассадина. Это очень сильный пик.
Можно по трэшу разыграть. Хоть я и смайт отдал, но он в мисс позиции сейчас. Трэш. Хорошо, забираем. Окей. Здесь уже эко. Нам ничего не сделал. Файт был очень хороший. Можно было забрать, если бы не успел подойти здесь парниша. Ну да. Так, берем себе тогда сразу гидру. Гинсу, вернее, будем покупать. Собираем гинсу. Будем собирать гинсу, ребят. Нам нужна максимально быстро гинса. Через АПшечку. Все как нужно. По гайду. Ну и походу дракона мы потеряем. Ну, на дракона сейчас нет смысла идти. Во-первых, это воздушный дракон. Это не так важно. Во-вторых, они сильнее нас. И у меня смайта нет. То есть тут слишком много факторов. Нет смысла туда отправляться, туда идти. Лучше забрать ред. Камила видела, что мы пинговали, но осталось лаки. Так, забираем лес. Нам нужен фарм. Хорошо. Бро, спасибо большое за поддержку. У меня все в порядке, да? Нам сейчас нужно Геру забрать. Попробуй Джакса. Очень сильный перс. Да, да. Начал мынить его. Может отыграться из любого отставания, если собираешь тринку или что-то на выживаемость. Очень нравится его баланс, и Бьерли может против определенных пиков сыграть и скейлиться в лейт. Пушка. Это да. Интересно посмотреть, как будешь играть за него. Хорошо. Ну смотри, Джакс это отличный пик, это отличный чемпион. Возможно, поиграю за него. Ну, вообще он в планах, да? То есть это хороший выбор. Но это вот из разряда атакспи чемпионов, типа как мастер. Из одного класса. Вот есть мастер, да, вот есть типа Джакс. Это то же самое, по сути. Принцип одинаковый. Но Джакс очень хороший чемпион, мы за него обязательно поиграем в лесу. Мне он тоже очень нравится. Хорошо, сносим. Так, зря времени теряем. У нас есть возможность пропушить. Мы пропушили, забрали золото себе. Еще можно еще жука забрать на реке. Отправляемся его забирать. Отлично. Геру забирать в соло очень опасно. Я пока что делать это не буду. Лучше сгонять на мид, что мы, собственно, и делаем сейчас. Найс. Дабла. Хорошо, разыграли через Q. Очень аккуратненько. Не торопясь. Отлично, забрали. Окей. Я могу захилиться через V, если что. Но они должны забирать. Найс. То есть мы просто ее бейтим. Если что, у нас есть V-шка. Мы можем легко выхиливаться и без проблем выживать. Так, так. Отлично. Забираем блубав. Нас скоро будет гинса. Мы даже сейчас можем попробовать дракона зарашить. Хорошо. Только сначала жабу заберем. У нас все равно смайт КД. И никого рядом нету. Хотя дракон будет хорошим выбором. Вот в текущий момент его забрать. Зарашить. Так. Трэш идет сюда. Окей, можно будет разыграть Петрушу. Не рискнул он идти. Все, нужно бэкнуться сейчас за предметом. Нам нужна гинса. И, конечно же... Окей, очень больно бьет. Режет хил. У него рез хила. Ему, по-моему, то ли рез хила добавили, то ли что, но у меня страшные раны были. А, ну Игнайт он кинул, походу. Так почему-то он не отображается. Так. Взяли гинсу. Нам нужно сейчас эмрез дальше собирать. Эмрезик, эмрезик, эмрезик. Вот этот эмрезик будем собирать. Обязательно. Он нам и контроль режет противников. Если мы не контролимся. Можно, кстати, пока что вот так пойти через сустейн, чтобы у нас исцеление было хорошее. И взять еще парочку двух вардов. Тоже будет очень хорошо. Сейчас я уже вот реально опасным становлюсь. Как только я соберу ятаган, то уже можно разрывать. Очень жестко.
Но до этого нужно дожить. Так, нужно поосторожнее быть. Нам нельзя вниз идти, хоть там дракон. Леса нет, очень опасная ситуация. Лучше здесь птичек зафармить. Нам нужно не проседать по фарму. У меня, кстати, топ фарм сейчас. Нет, не топ, Камил чуть больше. Но лесной фарм это очень важно. Это гораздо больше ценность. Так. Окей. Я могу подойти. Отлично, побежали. Можем сейчас разыгрывать. Давай. Душим его. Дамажи. Отлично, забрали пацана. Так, вижу сразу здесь еще и птички есть. Заберем сейчас за контрджанглем птичек ему. Можно будет даже ред за контрджанглить. Я так понимаю, он ред не забирал свой. Нет, забрал, похоже. Окей. Тогда мы закроем МФ. Попробуем ее сейчас взять в кольцо. Если она сейчас бэкаться будет в кусту, то мы ее сможем забрать. Окей, она вот туда, он идет, трэш. Найс. На перехват пошел. Ну вот, мы и закрыли. Просто закрыли пацана, получили профит. Отлично. Сейчас будем еще големчика забирать. Големчиков потом. Сейчас пока что жабу. Так, и самый оптимал сейчас просто пофармить, быстренько выфармиться. Есть дракон, да, дракона можно забрать. Даже нужно. Забираем дракона, выфармливаем кемпы. У нас есть небольшой простой по фарму. Отлично. Забираем профит. И нам нужно будет сразу QSS взять. QSS очень сильно нас power спайкнет. Мы сможем избегать контроля. Ну и, естественно, имрез тоже решает. 72 имреза, не так много, но и немало. Это нормас. Нас сложно пробить. Армор тоже имеется. Все в порядке. 72, 71. Все четенько. Петушков нету еще. Так, ред. Найс. Хорошо, ред забрали. Там они что-то в сторону барона смещаются. Может, у кого-то есть просветка? Вообще, мне нужно сейчас подойти к ним, конечно. Если будет файт, я должен там присутствовать. Окей, начинается файт, мы туда бежим. Это самое время, то есть сейчас основной контроль влетел уже, да? И мы сейчас можем просто зайти и распилить всю команду. Это огромным просто уроном. Не оставить ни шанса. Ни камня на камне не оставить, как говорится, да? Есть такое выражение. Эх, люкса. Что ж туда пошла? Но здесь нужно быть поосторожнее. Один я ничего не сделаю. МФ помешает. Там чарм еще. Найс. 17 секунд блубав. Нам нужен ультимейт по-хорошему. Сейчас можно закрыть уже эту керри. Но там уже ребята резнули, скорее всего. Так что нужно быть осторожнее. Отлично. Забрали пацанов. Ну вот, уже сноубол чувствуется. Уже можно что-то интересное делать. Изобретать. Так. Ходим. Нужно подхилиться. Можно сейчас гонять на реку, забрать сразу яблоко. Окей, яблони нету. Зато есть два вижена. Это очень плохо, что два вижена. Ну, здесь без шансов, просто переигрываю. Хорошо. Отлично, еще одного забираем. Ну вот уже пошел реальный дэмэдж. Вот теперь мы уже реально дамажим, мы можем керрить. Так, смайта нету. Смайта нету. Это очень плохо. Не могут забрать. Но я надеюсь, что при отсутствии вижена они вряд ли смогут что-то сделать. Так. Пропинговаем опять же, что... КД.
Окей. Смог застилить через ку. Это очень круто. Сейчас можно попробовать ее зачизить. С чем мы должны, в принципе, справляться без особых проблем. Хорошо, ярость. Найс. Так, тут еще и атакерри. Найс, забрали. Уходим на Б. Нет. Блин, конечно, надо закупиться. Я очень офижен. Так, ломаем вышку. Минус 2, третий на боте, еще один здесь. То есть мы без проблем сейчас можем пушить. Хорошо, толкаем дальше. Я сразу возвращаюсь назад. Мне нужно вот этот пак крипов усилить. И уже с этим паком крипов толкать по топу. Чтобы прям большой пачкой заходить под базу. И начинать ломать здесь. Устраивать коллапс. Так, 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 так. Хорошо, забрали. Все, уходим. Если они будут наглеть уже совсем, то окей. Но не стоит. Не стоит здесь оставаться. Там еще и Сайлос бегается. Забираем. И я сейчас покажу очень интересную тактику, которую вы можете придерживаться. Если у чуваков у лапы команда, мы можем сейчас очень хитро переиграть. Мы можем сейчас пойти просто в еще один МРС слот. То есть мы можем себе просто обличие духа взять. Облачение. Спасибо большое, дружище. Привет, хорошей игры тебе. Спасибо. Очень признателен. Спасибо за трек. Вот, мы сейчас можем пойти сразу в обличие, в облачение духов. И с этим слотом мы будем просто разрывать. Так как у нас облачение духов мало того, что им рез дает КП, так еще и сустейн дает. То есть мы усиливаем сустейны, уже имеющиеся от ртутного итагана, от нашей вешки. Нас очень сложно остановить в таком билде. Так, они дракона берут. Я, по идее, должен быть там. Ну, ладно, они сейчас уже заберут, я думаю. Хорошо, бэкаемся. Нам нужно сейчас срочно взять облачение. Взяли. Взяли пинкварт. Вот эта фишка очень хорошо работает, но против АП команд, фулл АП. Типа, если бы сейчас не было фулл АП команд, я бы пошел во что-то другое, да? Я бы мог, допустим, гашку собрать. Но вот сейчас конкретно облачение духов очень хороший слот. Тем более можно под него еще и гашку взять, а гашка сверху усилится. Так как гашка тоже хилится, и хил усиливается облачением духов. Такого мастера очень сложно остановить. Он очень живучий, много урона, ее будет хватать. И будет большая выживаемость. Много дэмэджа. То есть это такой типа брузер. Особенно хорошо работает, если у вас нет чистого танка в команде. Ну типа на топе, вот как у нас сейчас Камила, это даже как таковой не брузер, да. Это супер сквишовый брузер. Очень слабенькая. И здесь мастер будет просто отдушенный для команды. Хорошо, забрали. Ну, понятное дело, здесь я просто не теряя хп, могу драться. Сразу вэшкой блочим. А вэшкой блочим дэмэдж, который он может нанести с ульты. Он в итоге не наносит никакого дэмэджа. И можем продолжать пушить ботлайн, пока у нас есть барон. Его, правда, совсем чуть-чуть, но... Не знаю, может, успеем чуть-чуть спушить. Хоть как-то ускорим пуш волны. Как видно, да, сейчас собрал МРС, и со мной уже ничего не могут сделать. Так, на мидлейн сразу смещаемся. Поставим здесь вижен, чтобы не могли свободно перемещаться противники. Хорошо. Начало было не очень хорошее, но мастер просто не так силен в early game, он больше силен в лите. Так, ждем, пока ребята сломают вышку. Лично. И можно бэкаться с ГА. ГА у нас стоит 1800. Это очень сильный слот. Это просто мега пауэр спайк для мастера. Мы сможем уже и физ урона не бояться. Все-таки там физ урон тоже присутствует. Ну и реснуться тоже сможем. Очень крутой билд будет. Очень хорошая синергия. Высокий урон, высокая выживаемость. Все, что нужно есть. Правильный подбор билда, это вот, пожалуй, самое-самое главное. В игре. Вот сейчас вот собрались. Есть МРС, армор, сустейн, все, что нужно. Сколько у нас сейчас хила? Сейчас покажу целиком. Так. Не то. Так, вот, да. То есть, получается, у нас вампиризм 13 сейчас.
А должен быть, по идее, с этого предмета 10. То есть 3 вампиризма еще в подарок за счет того, что у нас есть облачение. И суммарно мы прям жесткие. Хорошо. Можем сейчас дожимать. Крыша. Ну, как видно, да, вообще не теряю хп совершенно. Очень хорошая сборка. Там скоро барон. Нам нужно по барону будет разыграть. Поэтому просто пропушим и уйдем на бэк. Так, уходим на бэк. И все, что нужно здесь, это просто сверху взять еще подку на АД. Потому что подка на АД, она еще и хилит от физического урона. Тем самым она как бы дает нам сустейн дополнительный и урон. Но так как у нас в основном физ урон, то есть она по сути полностью нас бустит и увеличит очень сильное исцеление, которое опять же работает вкупе с облачением. И нас тогда вообще нереально просто убить. Становимся каким-то монстром. Так. Смайт у нас 1000. Доджим. Через Ку. Отлично. Ускоряемся. Найс. Забрали. Ну, барончик и финиш. Как говорится, да? Хорошо. Я думаю, даже можно так пушить. Открывать ингибитор сейчас. Найс. Видно, да, насколько мастер силен в лейте? Меня вообще убить не могут. То есть у них фулл АП команда, и она, по сути, не может убить меня никак. Там, да, там есть АД дэмэдж, но его не так много, и, в принципе, у меня тоже есть АД резиста. То есть такого мастера уже не остановишь. Ты уже просто как бы соло вин. Хорошо. Просто нужно понимать, что мастер это именно вот лейт-гейм чемпион, лейт-гейм керри, и особо в йорле от него много требовать не стоит. Нужно чувствовать свои пауэрспайки, свои сильные стороны и использовать их. Поэтому мы не торопимся. Сначала в йорле стараемся аккуратно разыгрывать, чтобы сильно не просесть. Покупаем основные слоты, и уже потом уже начинаем вырезать всю команду противников. Но для этого нужно как бы дожить. Ну и правильный билд за счет того, что мы и антиконтроль собрали, да? И резисты у нас на собранные. Так, минус флеш. Так, уходим. У нас дракончик. Хорошо. Можно сейчас бэкнуться и попробую показать тоже еще один интересный плей, который многие не знают, который многие почему-то не используют. Можно в таких ситуациях вместо ботинок уже взять какой-то дополнительный предмет. Хороший вариант, чтобы этот предмет давал дополнительную скорость передвижения. То есть это может быть броня мертвеца, отличный выбор. Может быть Тринити. То есть Тринити я, наверное, вот как раз-таки и возьму. Тринити будет очень хорош. Он нам дает ему в спид. За счет того, что мы автоатачим, получаем мувспид, да, компенсирует эту потерю. И просто так мувспид дает и урон, и дополнительный прок дэмэджа. И при этом мувспид у нас даже без ботинок 405, этого достаточно. Так как, когда мы автоатачим, у нас мувспид выше. Когда мы под ультой, у нас мувспид выше. То есть мувспида нам хватает целиком и полностью, а вот остальных статов может не хватать. Ну, поэтому мы делаем именно такой билд. Тринити очень сильный слот. Жмем, хилимся. Играем по атакере. Сразу раз, раз, раз. Ну, здесь понятное дело Габелла. Так, отлично. Убить очень сложно, да, видно. Плюс еще и Тринити хп дает. В итоге у нас 3000 хп, куча резистов. И очень много дэмэджа. Сустейн, рез через ульту. Ну, в общем, что говорить, да, и так все понятно. В таком билде очень тяжело остановить мастера. Ну, почти нереально. ГГ. Вот такая вот победа.
на мастера Сёдзен. Нет, Сёдзен тоже хороший предмет, ребята. Это отличный выбор, но его нужно понимать, что когда ты собираешь Сёдзен, ты теряешь какой-то слот. То есть в этом случае, в принципе, Сёдзен был бы отличным там предметом в седьмой слот. А так он просто был бы бесполезен, понимаешь? То есть есть, ну как, он полезен, но слоты были гораздо более приятные. В текущей ситуации Сёдзен вместо любого предмета... О, сложно, кстати, Трша рекомендует. Давай, наверное, Трша и возьмем. Куда ты идешь? Куда ты идешь, братан? Еска, найс. Ну, видно, да, что при нормальной разыгровке очень жестко. С урона 34 тысячи, а по восстановленному здоровью 20 тысяч, лол. По полученному урону 40 тысяч. То есть, типа, я топ урон, топ танк, топ хил. И сейчас посмотрим предотвращенный урон. Это тот урон, который в резисты ушел. Но здесь вот немножко вперед трэш вышел. Чуть-чуть совсем. Но суммарно, как бы, суммарная затанкованность у меня самая высокая в игре. Это 73 тысячи. Ну да. А, нет, вот здесь у пацана... Нет, здесь 70 тысяч. Да, все верно. Топ-танк, топ-урон, топ-золото. 21 тысяча. Кек. По миньонам. Ну, здесь я немножко отстаю, но суммарно по фарму я должен лидировать, по идее. 257, да. Найс. Вот такая вот сборочка, ребят, советую обязательно попробовать. А сейчас объясню, почему именно такая сборка имела смысл, а не какая другая. Вот там ребята говорили, типа, а что ты, типа, вот собрал именно так, да, а почему не иначе? Так, сейчас мы быстренько тут все сделаем. Король Бухдариус, нормально, нормально, нормально. Тем более у нас уже есть этот чемпион. Очень круто. Поздравляю всех. У нас тут прибавочка подъехала. Кстати, по поводу Джакса, есть ли тут Джакс? Давайте посмотрим. А, уже есть, он уже куплен. То есть можно будет за Джакса сыграть. Так вот, по поводу билда хочу рассказать. Именно почему Сёдзен сюда не заходил. Само собой, ботинки GTA мы продали. Мы не можем Сёдзен вместо ботинок поставить. Будет потеря в мувспиде сильная. Тринти компенсирует потерю в мувспиде за счет того, что дает сам по себе мувспид 5%. И во время боя еще дает тебе дополнительно 20%. То есть с Тринити, когда ты уже начинаешь автоатачить, у тебя примерно мувспид как и с ботинками. Одно и то же, да? Да, мы теряем здесь контроль, иммунитет контролю, но у нас уже собран Ятаган. Ятаган здесь основной предмет, потому что Ятаган, во-первых, дает МРС, во-вторых, он снимает контроль. И он очень полезен против персонажей, которые могут именно нас законтролить. Если нас не законтролить, то мастера невозможно остановить, он керри, да? Единственный способ остановить мастера в лейте — это контроль. Поэтому Ятаган must have, если много контроля. Ну и плюс МРС дает, да, еще и хил дает, что очень важно. Хил, опять же, синергирует у нас со спиритом. Спирит тоже must have, он усиляет у нас все предметы, наш хил. Нас сложнее убить, дает МРС, ХП какой-то пул. И мастер просто неубиваемый становится для Magic урона. Вот эти два предмета, они уже просто дают нам максимум выживаемости достаточной. Так как хил усиливается, да, МРС, все это работает вкупе. Ну, естественно, ГА. Так как ГА — это, опять же, очень неприятный предмет, он гораздо лучше, чем тот же самый Сёдзен. Объясню, почему. Потому что ГА дает очень много статов и не позволяет врагам тебя убить. Типа, если тебя... Ты ворвался, бился, убил одного, второго, упал в ГА, встал, еще убил, либо убежал, это гораздо профитнее, чем Сёдзен, который, ну, как бы, да, даст тебе дополнительный урон, но если тебя убили, он не работает. В этом суть. Поэтому ГА очень хороший слот, must have. Если ГА не на КД, его надо обязательно брать. Если ГА в КД, то вот в этом случае ГА можно было продать и купить Сёдзен. Вот это было бы хорошо. То есть мы меняем ГА сломанный на Сёдзен. Потом ГА резается КД, мы меняем снова на ГА. Потому что ГА всегда сильнее любого другого предмета. Также здесь генса, ну, генса кор, да, и, естественно, зачаровать вот этот вот атак спид, зачарование. Нормальная тема, получается очень сбалансированный билд, и Сёдзену просто места нет. Разве что вместо ГА.